не по дефолту я нажимаю на независимых, на красных у меня ничего не меняется. Ну, на независимых нажми и выбери отряд чуть правее. Любой. Свободный слот, типа. А, понял. Ой, тут еда, вода, блин. Буду Чарли 2-1. А что это, короче, как сталкер, типа, или что, типа? Независимые фракции, блядь. Ну, типа, есть синие и красные, которые воюют. Ну, как бы, они в команде. А есть независимые, которые сами по себе и просто друг друга бахнут. И все. Дюпать вещи отныне запрещено. Отлично. Случайный город выбираю. Смотрим. А тут как, есть какие-то правила? Или я тоже могу взять, блядь, любую тачку, любую пушку и поехать, блядь, ебашить? А какие правила? Никаких правил. Окей, мало ли просто. Я просто появился рядом с этим. Я в каком-то городе появился. Короче, сейчас попробую арму приспустить. Для меню, меню игрока, читай Windows, некий союзник. Стоит у меня здоровье, наличка. Ильда. У меня соточка, ребят. У меня тоже соточка. Так, чё, парни, где срастёмся? Я в каком-то городе. Нажал М. Так, знаете, в каком городе? Галатия. Вы в каком? А как мне посмотреть, в каком я? А нажимаешь на мапу, и там сверху такой кругляшочек. Справа сверху. Справа сверху кругляшочек. А, это вот он я. Вон, вот он, удобно. Да. Я в Парасе. Я в Парас. Да? Бля, хотел сказать в подливке, а это, бля... Параш, подливка, нормальная. Мы, короче, против всех бахаем, типа, здесь, да? Короче, я в Полиака, это... Это вот далеко от меня, блин. А ты где? Я в палате, это сверху, ну. От меня далеко? Так, я пытаюсь найти твой город. Полиша или как там? Подливка, подливка. Не, подожди, мне сейчас скажу тебе. Парас. Парас, да, город? Да. Пиргас. Так, я пойду. Парас, все, вижу Парас, вообще далеко очень. Ну, я не знаю, тут можно когда тачку найти, там, забрали бы друг друга. Ну, вон там бензоколонка, может, тачка там какая-то будет. Магазин, ну, вот есть, я прям с магазином. А где магазин? А, я не знаю, какой-то киоск, ну-ка зайду в него. Зашел, и все, тут ничего нету. Ни продавца, ни товара. Блин, а GPS даже нету. Ну, это да. Вот есть там магазин оружия какой-то, вот. В соседнем городе. Ой, Зелдан Дудаев пишет присоединяться. Да что за бред, блин? Ну, блин, я вроде сменил видеокарту, у меня сейчас все нормально, не лагает, вроде как играть можно. Только смысл надо понять. Че, вот я типа в городе появился, тут ни одной живой души. Че с ними делать? И лута нету. Так, там какая-то тачка стоит. Может, сейчас возьму. Вот, давайте зайдем в группу. Давайте, там есть группа. На тильду нажмите. Угу. Сейчас я вас приглашу. Давай. Так, Макс, а какой у тебя ник? У меня Максим. А, все, вижу. Ну вот я тебя пригласил, допустим. А, войти, вот, я вошел в твою группу. Вошел, да, все нормально. Так, теперь факера надо найти, я не могу найти ее. Так, ну что-то мне тебя на карте не показывает. А, стоп. Вот, я вижу примерно. О, слушай. А, вот, нашел Ваню. Я нашел, короче, этот самый... Ваня пригласил тебя. Я квадрик нашел. Ага. Давай срастемся где-нибудь. Это что за тип тут валяется? Сейчас срастемся. Парас, а я не вижу тебя на мини-карте. А, не-не, вот, вижу тебя. Так ты вообще на каком-то острове или нет? Я нет. Мне показывает, что ты на острове Маниси. Вообще там в океане где-то. Это вранье. Это наглое вранье. Так, ты не выкал. А ты где квадрик нашел? Так, тут кто-то подъезжает. Да просто нашел. Так, что там можно, в общем, lock object, load in. Мы можем свою армию набрать из парней, которые в Battle Royale играли. Я по никам помню примерно. Лол, я могу квадрик просто носить. Отлично. Короче, в какой город мне ехать? Зайди в пати в наш факер. Как это? Нажми Sigma. Ой, ну как это, блин? Тильда.
Так. Потом группы, найди мой ник, принять. Так, Максим. Все есть. А где Кекс? Не знаю, где-то ходит. Не за компом. Может, рыбу тает что-то. Найти надо транспорт. У меня в городе вообще его нету. О, вижу Файкера, вот. Полиака. Так, у меня тут волын появилась поинтереснее. А где ты их находишь? В домах, что ли? Не, я в квадрике нашел эту штуку. Короче, ладно. На водителя сажусь и поехал к вам. Я сразу в этом... Я какой-то ремкомплект взял. Только как к вам ехать, я понятия не имею. То есть так, я на карте, по идее, вижу, а, где вот, мои тиммейты, вот, да? Да-да-да, квадроцикл Дред вижу. Короче, Андрюх, едешь на... По да главной я, дороге я, оранжевой. Я еду на тебя. Вот там тип какой-то. Так, надо сейчас. А ты квадрик прямо на дороге нашел где-то или как? Да. Подожди-ка секундочку. Ну, сейчас я пойду по дороге, может, что найду. У меня какая-то пушка есть, пистолетик. Дефалтный вроде. Так, у вас а ты где был-то? О, вижу тачку красную, все. Сигналит мне. На красной машине эти товарищи сигналят? Да, тут посреди города тачка стоит. И вроде кто-то сигналил, сейчас посмотрим. Твои. Блять, тут кто-то говорит еще. Как замьютить всех? А, зайди в настройки, звук вон и на минимум ставь. Тогда ты будешь слышать только тех, кто вблизи. Настройки, звук, что там? Вон? Вон, минимум, да, минимум. Понял. Так, давайте срастемся где-нибудь сейчас. Квадроцикл, Факер. Значит, мы все на тачках, парни. Я на квадроцикле еду. В какой город мы едем? Где давайте встретимся? Давайте едем в город Гравия. Найдите Гравию, едем в Гравию. А тут можно поставить точечку? Не знаю, сейчас посмотрим. Я поставил, ну-ка. Да, можно. Гравия, город. Ставим точку, едем. Бля, Гравия, это... Это чуть выше аэропорта такого здорового. Так, чуть выше аэропорта. Ну вот внедорожник Максим. Видишь? Ебать, здесь все прогружается. Где от тебя? От меня тебя направо, куда? Направо. А, вот, видите, нашел. Здоровый такой этот аэродром. И там гравия, над ним прям. Ага, все, понял. Все, едем туда. Как там зажим? Ага, меня убили, блядь. 6 километров. Респавнись где-нибудь, может поближе респавнишься, я тебя заберу на тачке. Кекс, а ты там как? Блин, через 20 секунд. Уёбок! А Кекс что-то пропал. Кекс, зачем пропал, братиш? Может, интернет что-нибудь? Блин, я бы хотел найти какую-то другую задачку, потому что этот красный квадрик меня немного пугает. Тут третье лицо есть, так что тызи. Не, ну меня просто снять могут с него. Снять от теребени. Так, я в Лака появился. Во, как раз ближе к Грави. Так, еще раз, кон... Блять. Какой еще раз у тебя город? Лака, да? Понял. Лака, и вообще недалеко. По сути, этот... как еще раз отмечать? Ну, Shift плюс клик. Клик. Слава богу, здесь можно вот так вот делать. Я перевернулся на квадрике, взял его просто и это самое. Обратно? Да. Сейчас я, Иван, за тобой приеду. Да не надо за мной приезжать, его машина. Окей. Тогда в Гравию все так. Я вот туда еду, а что ты такую точку-то поставил? Там ехать 5,5 километров. Ну, мне просто 5,5, тебе 5,5. Я тоже далеко. А, понял, тут вообще в ебеняк был. Мне 3 километра осталось. Тоже 3 километра. Я посмотрел город между нами. Вроде как центр. Пойдет. Я на хэтчбеке. А тут можно менять от третьего лица можно играть? Да. Можно армию набрать, я не знаю, сейчас зрители придут, но они поди тоже без пушек, без всего. Мы будем на тачках, они на тачках, мы просто тут всех порешаем. У нас человек, ну 10 наберется точно. Я на квадрике по полю еду, и мне нормально.
2 километра до края. Плюс тоже. Тут дороги на самом деле прикольные по ним. На максимуме поездить можно. Я вообще не по дороге, мне тут дороги походу нету. Блин, а что с кексом-то? Блин, у меня сейчас закончится точно, топливо значит? Просто, по-моему. О, тоже точно топливо есть. Ну ладно, ничего страшного. Едем. Тихерок. Блин, жаль, они не сортируются, нет. Игроки по этому. Блин, ну тут, по идее, в домах тоже всякие девайсы должны быть. Или я ошибаюсь? Что я нашел? Что такое? Вы сейчас офигеете, я еду к вам. Суперспортивный хэтчбэк. Да, суперспортивный. Суперспортивный даже бывает? Ну, сейчас увидите. Угу. Блядь, да заебали они говорить. Ну, ребят, если вы со стрима, ну не говорите, блядь, вас нихуя не слышно. Вы, так, а поставь, блядь, вон, спайками звук, разговариваете. Звук вон и на минимум. Это я никого не сразу слышу. ЧСВшить начал, я хз. Максон, ты только что меня проехал. Понял. Вижу тебя, давай ко мне. Я пока графику сменю чуть ниже. Так, это... Ой-ой-ой, это ж танк, блядь, вообще. У меня вообще уже, по-моему, не едет. 37 километров максимальная скорость. Shift зажимаю, ничего не меняется. У меня почему-то меню висит. А можно убить просто? Взять чувака и убить? Ну, да, я думаю, почему, да. Почему нет? Ну, смотри, сколько тачек сюда этот въехал, в эту гравию. Это все со стрим. Убил одного. Не, можно, только факер всех убивает, парни. А погоди, так давай у него заберем, что у него было-то. У меня пистолет, наверное, был стандартненький. Сейчас, он какой-то мешок. Нет, смотри, у него УЗИ есть, грач. Там нормально, я порешал. Ребят, сколько мне ехать, это беда вообще. Так, я сел, сейчас мы тебя, Андрюх, приедем к тебе. Сейчас, подожди, я. Мне надо. Все, я сел. Все, погнали? Да, поехали. Вы по дорогам собрались ехать? Да. Но у нас такая тачка, что нам пофиг, где ехать. Я напрямую вообще решил просто ехать к этой точке. Ну, я тебя вижу, я к тебе еду. Все, понял, я на тебя еду. А у нас, Вань, кто-нибудь есть в машине? Посмотрел первого лица? Сейчас. Мне кажется, с нами кто-то есть еще. Не, только я. Только ты и я. Только мы с тобой, только ты и я. Ну где же кекс, а где же кекс? Кекс, ты где? Скучаем за тобой. Хочется слышать твой голос по утрам, Кекс. Так, что здесь? Какая-то вышка там. Может, на вышку сбегать? Не знаю, мы пока надо пересечься как-то. А какая вообще это, ну, соль в этой игре? Вы, походу, уже близки. Ну, типа, есть какой-то... Почти. Вообще, по сути, тут ебашило вот должно быть цель игры. Так, ладно, пойду на вышку схожу. Посмотрим, ну что так-то там. Прикольно на самом деле. Но если был бы какой-то, например, война фракций, блядь. Вся хуйня. Так, посмотрим, есть ли здесь дроп как батл рояль. Нет, ни хрена. Я бы в какую-нибудь игрулю поиграл, где там какой-нибудь замок есть, и там кто-то его охраняет, кто-то его штурмует, как ночью прям в армии. Отряд. Ладно, что ли? Ну, не в смысле там такого, а отряд там в черных масках штурмует замок. О, вижу тебя, Андрюх. Я вот, короче, вот чего удивлен-то. Так, я, во-первых, еду. Ух, ни хрена там вы.
Ты подлетаешь прям ко мне такой. Да-да-да. Короче, слышите, выйдите, заберите у меня из этого, из квадрика бинты там и что-то еще. Сейчас заберем. Сзади нас тачка. Да, она там тачка, слышите? Давно уже. Она давно уже за нами едет. Так может ему пизданем, не? Спокойно, он что-то говорит, не убивает меня. Андрей! Ага. Разговор короткий у Андрюхи. Короткий разговор, что-то. Ребят. Спокойно, спокойно. Оп, все. У него хоть мешок был с деньгами. Спокойно, спокойно. Не знаю, банду хотел собирать Максим. К нему все претензии. Что за take 100? Ну вон у него есть этот ПДВ. Магазин. Давай это я выкинул говно это. Дай магазин на 30 что-то там. Есть такой? Да. Так, а что за take 100? Как сделать take 100? Что такое take 100? Я не знаю, тут было написано take 100. А, ну пробел, наверное. Я гранату скинул, возьмите гранату, мне не влазит. Просто. О, осколочную гранату взял. Take 100. О, теперь у вас денег 200. Тут ну что? Там... А, что такое? Это типа мешок его взял? Угу. Короче, тут перевязочные пакеты в машине и еще МК 200. Так, подожди-ка, О, МК 200, так это пулемет, лол, парни. А как, снаряжение там, смотри, да? Снаряжение, пулемет, забирайте его. О, давай-давай-давай, я возьму. А пойдем посмотрим в Ифрите, я же не смотрел, может там тоже что-то. Слушай, не-не-не, я уже забрал там музишку. А, ну все. Мы как боевые ребята. Ой-ой-ой, ребята, пулемет это интересно. Пулемет это вообще вещь. Только Ифрит надо заправить, он там мало очень. Нужно заправить и найти рюкзаки какие-то, а то таскать шмотки вообще нереально. Коробку с патронами вообще не хочет забирать. О, ночь. Парни, над нами вертолетик летит. Ну не над нами, вон. На 40 градусов вертолет. Ну там пилот пьяный какой-то. Так, как там, блин. Андрюх, надо будет. Ой, я гранату кинул случайно, ребят. Куда? Вроде далеко от вас. Ага. Там вертолет, Андрюх, давай, может, зажмешь? А где? Я не вижу. На 40. Как там открывать компас? На К? На 40, да? Там пьяный какой-то водитель. Вижу. Че, он подлетит, я зажму. Стреляет с него еще. Или думаешь так зажать? Да надо легче зажать. Че, он подожди, подлетает вроде как. Да, подпусти его поближе и сам понимаешь. Да-да-да. Блять, куда ты улетаешь, Васа? Там парень садится. Слушай, я к нему побежал пока. У него какая-то пушка есть на вертолете. Непонятно. Сейчас мы у него гопанем вертолет. Парень говорит, подними, ну-ка. Че, можно поднять что ли кого-то? Возродить? Блять, ну он улетает. Стреляет по земле просто. Так, я по-прежнему короче, сейчас он улетел, в хроники походу. И жду, чтобы вы пришли, и мы куда-то поехали. Угу, погнали. Улетел, хрен с ним. Блин, короче, есть проблема такая одна. Я не могу из этого, из тачки той забрать одну обойму. Ну-ка, сейчас попробуем. А ты ее на землю пробовал выложить? Не, я, ну, мне не хватает, не хватает места просто, походу. Не, на землю как это не хватает. Сейчас попробуем. Там парень молится, чтобы его подняли. Все, я выкинул на землю, поднимай. На земле лежит. Ко мне подойди, с этой стороны. Так. Вот она. Не хватает места в этом. А, не хватает в рубашке, да? В комбинезоне поганом. Причем у меня вообще там ничего нету. А у тебя хватает? Не, не хватает. Надо какую-то что-то к нему иметь. Надо бы как-то. Слушай, подгони, может, сюда. О, да, 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 давай, сейчас подгоню. Туда положим, как я. А как мы его положим, интересно? Перевязочных возьму. Да сейчас что-нибудь придумаем, Макс. А у тебя заряжен, типа, пулемет? Да, да, да. И типа это запасная, да? Да, сейчас подгоню. Я его сейчас аккуратно подгоню. Хотя тут 200 патронов. Давай, подгоняй. Так, все, стоп. А, наверное, этот надо отогнать, чтобы... Не, подожди, стой, стой, стой. Ящик. Во, вижу ящик. Ты сейчас его обратно во, в пикап положишь. Во, все, все. А ты не в пикап положил? Стоп, что? Нет, не в пикап. Все, поехали. Ифрит на место пассажира. Ну, давай.
Так, теперь надо найти заправку, парни. Понял. Ну тут для, так, для такого количества народа так мало смертей что-то. Ну тут карта огромная просто. Надо найти заправку где-то, не могу найти. А, ну нужно на мапе посмотреть надо. Вот, давайте поедем вот в Телос, город большой. Я готов ехать куда угодно, главное, чтобы Андрей к нам присоединился. В смысле, я уже с вами. А, ты уже да, с нами? Уже с нами. Что-то меня подвисло. Все подвидло, подвидло что-то у тебя. Так, ну тут еще реально вода нужна, еда. У меня 90-80 уже. Не, у меня 90-90. Я просто мало бегаю, видимо. Похоже. Вода не тратится. Че, Макс, танки грязи не боятся? Ага. Слушай, она а и топит мы... еще нормально так. А че, мы можем там караваны какие-то грабить с хавкой, там, с топливом? Да нормально, нормально, Макс. Слушай, Макс, хорошо вообще. Вообще нормально брет. Вот эта тачка. Согласен. Че, на таран, может? Так. Бля! Нормально, да, нормально. Парни, живы, нет? Ну-ка. О, едет, едет. Нормально, все, поехали. Да. По-моему, и вообще похуй, блядь, этой тачке. Ну, у нас инжин побитый маленько, двигатель, ну, вот такой. Надо. Все, надо в этом, короче, городе найти заправку. Там огни какие-то. Так, а на карте ты видел, нет? На карте я что-то не могу найти, там просто сверху дома квадратиком. Мы поедем по дороге, мне кажется, по вон, дороге будет. По заправка. Дороге, слушай, смотри, тут в городе нет заправки. Сейчас направо поворачивай. Направо повернул. И дальше по дороге ехай. Понял. Ехай. Езжай. Можешь это топить. Штурман, как в этом ралли преждака. Да, 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 да. Сейчас поворот налево будет 10 градусов. Ну, прямо, короче. Тебе это не 10 градусов, ни хрена. Так, и прямо, значит, направо 20. Дальше едем прямо. Сейчас у перекрестка тормози немного, заправка справа. Ага, вот точно заправка. Так. Ну чё, фак? Заправишь? А как заправлять? Сейчас, подожди, сейчас выйдем, посмотрим. Может как-то подъехать надо? Ну-ка сейчас подгоню его прям вплотную. Может плеер меню? А тут ничего не написано. Давайте я вплотную подгоню. Может шланг не достает? Отойдите от заправки. Шланг на не достает. О, да заправка, он сам заправляет. Все, вообще сейчас фуловый будет почти. Садимся, мы фуловые. Кто-то подъехал. Так, кто-то подъезжает. Кто-то подъехал, разберемся. Показывай, Андрюх, пулеметы. Не хочет вылазить. По колесам, чтоб не уехал. Задавить пытается. Алло, он пытается. Я ему дам, пытается. Блять! В смысле? Ну, вы чё, ребят? Уёбок. Как? Это... Уёбок. Макс, ресни, пожалуйста. Реснуть можно как-то? Ну, походу можно. Сейчас. Парень, всё, брейк. Подавились и хватит. Всё. Я ресну сейчас, парень. Ты смотри, чтобы он тебя не это самое... Блять. Ладно. Жестко. Короче, все, я понял. По этой хрени стрелять смысла мало. Надо по колесам, наверное, чтобы он не катался. Я да? по колесам я столько обоим спустил. Вообще забей. Так, сейчас скажу, где. Я в Халкее, это пиздец. Очень далеко. Я случайный город. Я от Андрея очень далеко. Смотри. Я в Орино. Я в Парусе. Вижу. Слушай, Макс, а ты в группе нашей? Да, должен быть. Вот, так. Нет, я Макс, вижу, ты не... Так... А, у меня ты показано то, что ты вообще на островах каких-то. Ну сейчас отлагает. В каких еще раз городах, напомните? Я в этом. В Одино. Одино. Я в Халкее. Короче, давайте вот в Тапок. В Телос. Вот этот вот. Нашел, значит, я. К
квадрик в нем. Давайте в тело, да, пойдем. ПП вермин какой-то. Халкея нашел недалеко от меня. Одина не могу. Орина, может быть, да? Не Одина? Я пока не уверен. Нет, ну... Орина. Орина, да? Ну все, нормально, тело себе. Там же встречаемся. Понял, шеф. Так, сесть на квадрик. Куда еще? Еще раз. Телос. Все там же место встречи. Телос. Ну, там нашел броневичок. 5,9 километров. Он шел, все, тоже тачка. О, у меня заправленный хотя бы рвет нормально. Только где тут пушки брать всякие? Непонятно. Да в тачках? В броневике должно быть что-то быть. Так. Да я что-то тут опрометчиво поступил. Блин, 5,7 километров до этого телоса, что ли? Ну это быстро, на самом деле. Жестко. Ладно, поехали. Блин, по-любому здесь где-то вертолет есть, раз этот чел летал. Угу. Да что за... У меня страйдер, короче, это с, по-моему, с... Блять, с этой... хуйней, с пушкой каким-то, с автоматом. Вот с этой пушки мы этого товарища на эфрите и разбомбим, походу. Не, ну так... Я сломал двигатель посреди дороги, тут тачек нету. Пытаюсь ехать на одном колесе. Давай. Но без одного колеса. Хорошо. Так, сейчас я хочу... Ага, вижу, где Макс. Да, забери меня, факт, по дороге. Ну, это не совсем по дороге, но... Блин, интересно, тут сейчас здание бывает, лежит что-нибудь? В зданиях я сколько не ходил, ничего не нашел. В Родополе заберешь меня, факер? Я доковыляю до нее. Окей, если я не разобьюсь, то... Воу-воу-воу-воу-воу. Так, нормально. Так, а вот еще один вопрос. Надо вот сюда, наверное, попробовать заехать. Я сейчас попробую на аэропорт заехать, ребят. Угу. Блять, колесо, что ли, сломалось? У меня все, кирдык машины пешком идет. Не, на меня гонит, но проблемы с колесом. И тут вот сейчас... Ага, нормально. Препятствий всяких на этих полях санных. Так, вот, ага, прошел. Я сейчас какой-нибудь вертолет, ребят, урву, и все, и пойдет катка. Так, а это куда я врезался? Фьюил красным, это что значит? Фьюил красным, значит, тачка взорвется сейчас. Да? Угу. Это что, надо выпрыгивать, наверное? Или не надо, Макс, как думаешь? Ну, обычно, типа, взрывается там через 5-10 секунд. Через 5-10 секунд. Ну, в Battle Royale так. Я выпрыгнул, короче. Ну и на всякий случай так сделаю. Не хочешь взрываться что-то? Я еще и расстрелял, и он даже не взрывается. Странно, в Battle Royale взрывался. Ой, короче, ладно, я сажусь обратно на нее. Ты на меня можешь лететь, факер, я медленно. Танки очень. Грязи не боятся. Сейчас мисс Splash Repos has been dropped. А, вон, редкие эти пушки где-то упали. Короче, ну теперь я в нее пострелял, она вообще что-то не едет, ни хрена. Ну ладно. 38 км в час, 30. Что я за дебил? Господи, что я за дебил? Зато хотя бы ровно теперь едет. А, вон, смотрите, геокетч на карте прям, где дропнулись крутые пушки показаны. Ну сейчас я его подберу тебя, Макс. Сядешь на водительское, подберем дреда и... Да, туда далеко ехать, но там типа пушки, говорят, крутые. Типа ясно, тут пушки падают с неба. Нифига себе здесь поля прикольные. Как в фильмах ужасов. Вау, парни, тут такие поля есть. Кукурузные. Просто, блять, первый на деревне еду на этом ебучем мопеде со скоростью 30 км в час. С лысиной на голове, блять. Все, очень умный молодой человек. Спасибо, ребят. Спасибо.
Очень приятно такое слышать от добрых зрителей. Ну, ладно, признание. И теперь едем, едем, едем. О, вижу, вижу, вижу. Ребят, очень хочу на аэропорт. О, там ебать, что горит. О, что за тачка? Ну попробуй сесть на нее этот. На место сейчас. Да, на место. Что, вылазит как-нибудь там голова? Сейчас. Тачка нормальная, похожа на. Дымовая завеса какая-то. Лазерная. Сделай, сделай что-нибудь. Так она не стреляет. А ты, может, ты вертишь какую-то фигню сверху. Ну-ка поверти камерой. Во, ты что-то чем-то вертишь сверху. Видишь? Какой-то штукой. А, так подожди, ну-ка. Может. Я управляю, что ли, тобой? Да, 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 какую-то штуку управляешь сверху машины. Нет, тобой это я управляю, нет? Не. Так, ребята, 950 метров до цели. 900. А какая здесь скорость? 37. У нас сотка и 3 километра. Я до аэропорта, там мне еще ехать потом. Да, мы тебя подберем. Хорошо. Нет, тут тачка вообще огонь. Кто-то сигналит нам сзади. Так, все, надо посмотреть, правильно едем. Да, правильно. Сейчас, ребят, надеюсь, найду вертолет и подберу вас. Я действительно надеюсь на это. Я не хочу на этом говне. Не, вот эта тачка прикольная вообще. Видим сотку на ней. Вертолет больше недоступен для захвата. Кто-то сигналит постоянно, не понимаю кто. Что у нас здесь? А, сзади тачка у нас едет, сигналит. Так, молодой человек. А вы не хотите отдать мне этот автомобиль? Че, он хочет побортоваться, что ли? Так, я не помню, выжил, что ли? Или тут никого нет? Что? Что это, сука? Что это? Как пес на суку залезли и перевернулись. А, она сломана, блин. Ой, ты, походу, не встанет тачка. Че такое тоу? Ну-ка отойди от тачки, тоу нажму. Ну ладно, пошли. Пешком. Эх, ладно, пойдем. А где ты пушку взял в тачке? Так, а техсервиса здесь нет случайно рядом? Кто-то бахает. Так, так-то парень у нас едет. Давай, вот в эти камни, он через них не сможет проезжать. Чё он сигналит? Подвези нас. Мы тебе ничего плохого не делали. Ой, он вышел с пушки. Факера, он бьет. Лёг. Лечь. Лёг. Он же по тебе попадет. Вот, и так стреляй. Просто, блин, король этой игры. Где он был? Я наблюдаю за ним. Там он сзади машины прям. Дурели, что ли? С правой стороны машины. И меня стреляет. Видишь его, Фак? Есть еще патроны у тебя? За машины прям стреляет. Давай, бахнем. Сейчас. Я не вижу его. От третьего лица смотри. Так, а где вход, простите? Ага. Двери не автоматические. Что же, что за бомжатня? Он и аккуратно там тебя простреляет, блядь. Аккуратно. У меня же тоже пестик есть. Да, попал. Убил. А, бля. Я тебя могу возродить. Тихо. Да. Сейчас. Не нажимай там воскреситься. Я попробую твою пушку взять и возродить. Сейчас я фукаю. Взрывы какие-то. А я прям по взлетной полосе бегу. Мне нормально. Такие взрывы, а мне все нипочем. О, что это? Змея. Ну, ползи, ползи.
Ну чё, сучара, кого ты там убивал? Кого он убивал, блядь? Всё, я его прогнал, лохайпа. Воскрешаю тебя, Фай. Да-да. Он разворачивается и обратно. Я не знаю, что я не это воскресить. По мне там бахают, но походу издалека, потому что парень кривой просто. Я сейчас тебя задаю просто. Походу. Тихо, 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 не надо! Твою мать, урод. Грёбаная ночь. О, Макс, убил, убил. Всё, ёпта. Вся постреляет. Ребята, а я встаю. Спись тебя. Только патроны все потратил, фиг. Твои. Да, похуй. С той тачки подберём. С чувака возьмём. Вообще плевать. Пахом, три семерочки. Че, Андрей, ты живой? Не, я сдох. Мы можем возродить тебя, ты или нет? А че, я все, я в случайном городе уже возродился. Че, приедем тогда? Я, знаете где, я в Калахоре. А, обратно пиздуйте, ребят. Блин, когда эта ночь, чертова, закончится? Она уже бесит. А ты выверни гамму, и хорошо там было. Ну, вообще, да, неплохо было бы. Хотя бы вот так вот. Что, вы едете за мной, Айс? Сейчас, сейчас приедем. А я пищу. Опа! И главный приз — автомобиль! Пушка какая. Снаряжение. Да, там патронов нету, я ее... ПП Вермин продано, патрончики. Это для Вермина патрончики? Все, Андрюх, мы сейчас приедем. Так, хорошо. Ребята, я сейчас тоже буду на автомобиле. Ну давай, едь по дороге просто, мы пересечемся. Чуть ниже Родополя. Родополя? Угу. Сейчас, так, снаряжение, Вермин. Так. Всё, у меня пушка есть. Пушка есть. На место водителя. Все, и назад отгоняем. Ага. Спортивный хэтчбэк. Твою мать. Блять. Ты умер? Нет. Какой же хороший водитель. И она сейчас вообще топить не будет, походу. Блять. А, у меня колес нет задних. Я ёбаный дебил. Ну мы типа едем недалеко, можешь подождать. А, твою мать. Ну ничего, нормально, разворачиваемся. Дальше поехали. Ничего, ничего, нашел один спортивный хэтчбэк, найду еще другой. И резко включить фары, это важно. И выпрыгнуть. Опа. Ладно, не доставайся же ты никому, хотя нет, сейчас я оружие. Так. Так будет комфортнее ехать. Ага, во-во, хорошо. 2 км в час разгоняет. Спорткар. Парня, к вам навстречу сейчас поеду. Сейчас, ребят, разворачиваюсь. 2 км в час? Хорошенький спорткар. О, кто-то едет. Блять, выйди. Ты куда, сука? Крыса. Так, ладно, все, я сажусь. Завожусь. Так. А вы далеко там, ребят, от меня? Не-не-не, далеко. Ну-ка посмотрим по карте. А, о, подъезжайте. Ребят, сейчас я... Ну, у нас тачка такая себе. Ну, мне нормально, ко мне сейчас едем. Так. По рассказам действительно неплохо. Все, ребят, топлю. На газ на полную вдавил. Сейчас shift еще прожму, вообще невероятной скорости будут. О, тут до 3 даже разгоняюсь. Опа, напрямую, ребят, до 3. Так, шифтом 3.
Давай. Высади меня, твое оружие попробую 3, 4, подобрать. 4! Пацаны, 4 км в час. О, кстати, нормальная тачка, ребят. Это просто лучше. У вас, ну не, блядь, не у вас КамАЗ, короче. Тут лежит, да, бери скорпиончик. Короче, ребят, я еду к вам. Давай. Это, ну, садись, факел, как бы. Плюс справа тачка. Она сломана, ребят. Или нет? Хотя она, похоже, такая же. Все. Не, все нормально, ребят, я поеду. Вот этот самый забор, че он тут стоит вообще? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. О, парни, вы здесь? Че, пересядем на свой спарк? Давай, садитесь, ребят. Сейчас припаркуюсь. Сейчас, ребят, припаркуюсь. Ходу. Все, едем. Подальше. Главное, едем подальше. Все. И увозит меня. Так, город, ладно. Притормаживай. Все, достаточно. Все. Мы... Так, а снаряжение? Забрали уже. Понял. Фак, это ты передо мной? Да. Вот это ты? Да. Мы помеченные парни, тут трудно убить. Ёбак. Да тихо, я хочу воскресить тебя. Ты что, воскресился-то, Факер, или нет? Не-не-не. Чтобы очки дали там, что-нибудь такое. Фак, я просто проверить. Какие-то взрывы. Твою парень. Мать! Ну, так, очки, Макс, парень, походу Макс. Мне придется. Давай, ты. Блядь, Андрей. Но он, слушай, он на хэтчбеке, давай, я колеса ему сломаю, и все будет. Ты воскресись. Слушай, смотри, чтобы тебя не раздавил, потому что здесь ты начинаешь воскрешать. Нормально? Он поставил тачку к этому. Ой, ё-моё. Сигналит. Кто сигналит? Блять, Максыч, побыстрее работай. Траблы какие-то. Приближается к нам что-то. Может, скорая? Парень идёт прям вплотную парень к нам. Давай быстрее. Да блин, я сдох. Где? Так, я пополз. Он за стенкой прям. У меня была пушка хорошая. Я жду, как это сделать. За стенкой? Угу. Ну, парни, помните, да, с чего началось все? Не, нормально, ребят, я нормально. Я помню, все началось со слов кекса, типа, блять, не умирайте. Чтоб было интересно играть. Ёб твою мать! Ебать! Что это было? Так, ребят, воскрешаемся. Давайте, ребят, всё, мне очень да нравится блин, этот мод. Всё было нормально, пока ты факера не убил, ё-моё. Ну, блядь, а чё он стоит такой, выёбывается? Пушку достал или да ладно, фак, сори, я это не про тебя. Ты всё, парни, сейчас всё нормально. Да. Отвечаю. Слушайте, вообще пушка, игра бомба. Случайный город. Это еще, ребят, я вертолета даже не видел. О, около тачки прям зареспавнился. Парни, все. Че, какой у вас город? У меня. Санина, не. Санина город. Иоанина, короче. Санина. Аликампус у меня Аликампус. Так, а у меня знаете что, ребят? А у меня Териса. Ебать мы к себе. Тереса Аликампа, сейчас еще. О, факер, мы с тобой рядом. Ну, это хорошо. Фак, я тебя подберу сейчас. Только мне пока не привычно на этой машине, она что-то слишком быстрая. О, вот тут как раз, ага. Вижу Тереса. Андрей, тебе мало доверяю. Так, фак, значит, ты это, наверное, вот тут вот, да? Так, фак, жди меня здесь. Так. В каком городе встречаемся? О, еще одна тачка. В городе Факера, наверное. А какой еще раз у него город? Факер, какой у тебя город? Аликампус.
Алькампус. Ой, о, слушайте, у меня куда-то пушка почти. Наконец-то нормальная есть. Кампус. Так, стонание, хорошо. Ну возьми ты хоть один, ну хорош. Ну возьми пакет перевязочный. Урод. Ладно, я знаю, что делать. Не вылазит что-то нифига перевязочный пакет с этим. Надо какой-то рюкзак, что ли, взять как-то. Сейчас все найдем, ребят, на место водителя. Сейчас все будет. Захват. Вы топливо, они застряли в своей боемашине. Для чего нужно захватить? А где? Где зашли? Ну там на минимапе надо смотреть. Бейс Ред или что? Магазин оружия. Вражеские игроки. Ой, я нашел место, тут три тачки есть. Ого. Так, фак. Никуда не двигайся, я приеду с тобой. Да я понял, я машину ищу, чтобы оружие взять. Машину ищи, чтобы поближе, может быть, ко мне подъехать. Так, ну я топлю уже. Ну тут что-то вообще нихуя нету. Под соточку, парни, под соточку. Кто и... играет этот вот мод, подскажите, где мне взять рюкзак? 125, фак. Хорошо. Так, а здесь, по-моему... Стоп. Тормози. Блин, дома какие-то старые, я бы не стал тут жить. Блин, мне бы еще как-то подзаправиться. Внедорожник Дред. Это что такое? Машина. Отлично, конечно. Так, надо на заправку сначала заехать. О, нашел точилу и даже две, ёб твою. Фак, я на заправку. В моей бензина мало. Я на бэхе и на ком. В магазине, говорят, закупать. Что закупать в магазине? Эти рюкзаки. Ну, надо будет, короче, срастись, пойти купить рюкзак. Понял. Ну, побахать всех, купить рюкзак. Не, само собой побахать. А где магазин тут? Нам пушки нужны, нам жрачка нужна, питье, вертолет. А вот там да, нам, учитывая, так как мы быстро умираем, нам не нужны ни жрачки, ни питье. Фак, не говори так. Так. Пожалуйста. Спроси, Андрей. Хорошо, спасибо. Андрюх случайно на курок нажал, по-моему, тогда. Да. Видел, случайно, прям. Так что. Ты видел, Макс? Да. О, парня кого-то вижу. Так, нормально. Садил. Благо тут машину рядом я видел. Ага, смотри, все. Подъезжаю тоже. Нормально, ну, блядь, не очень-то и хотелось на ней ездить. У меня бэха прет 200 км в час. Я сейчас... Так, по мне-то стреляют. Попал, походу, с этого. С вышки, фак. Там мой труп, и там вышка будет, и там чел. Подбежал ко мне, сейчас лутать будет. Да я не знаю, где ты. Фак, блядь, по дороге там. Вот, лутает. Парни, я ты нашел. Ты ехал, тачку, там прямо на дороге, чел. Тебя, блядь, на факера надеяться не приходится, я воскрешаюсь. Фак, парни. Это я не про тебя, сори. Про кого? Про другого человека, там тоже ник факер у него, я просто это подумал о нем. Умер. Короче, это эпич. Бэха прет 220 км в час. Я ее разогнал. Перед собой увидел какую-то баррикаду и не успел затормозить. Я воскрешаюсь тоже. Чайный город, Макс, все пройдет. Блин, ну бэха вообще топовая тачка, надо ее брать. Забайтил на машину, он забайтил на дебилизм мой. Ой, я на футбольном поле. Ну я так понял, парни, мы еще не достигли вершины успеха в этой игре. Угу. Мы срослись-то всего два раза. Так, я случайно в городе, знаете где? В Телосе. Так, в Телосе, хорошо. А ты где? Я в Заросе. О, фак, ой. Ты можешь, кстати, ко мне приехать в Зарос, недалеко. О, Зарос недалеко, да. Я в Телосе что-нибудь найду, сейчас приеду к вам. Я сейчас тоже что-нибудь здесь найду, там, может, тачечка, может, что еще. Так. Куда тут туда, наверное, добежать, да?
Тарарай, тарарай. Не, ну пешком вообще что-то не огонь. Угу. Надо бы волыночку себе. Не волыночку, а это. Вот вертолет. Хочу вертолет, ребят. У меня мастерство вождения вертолета просто зашкаливает. Ой, есть. Наверное, вертолет где-то там на аэропорту. Я там вот как раз был и не был вертолета, к сожалению. Так. Ну, это, видимо, тут еще метки на какие-то на карте есть. Мол, там разбитый вертолет, еще что-то, какое-то оружие. Вот туда надо будет съездить как-нибудь. Ну, когда соберемся. Вот. И еще когда начнем ехать. И не сдохнем. Все вместе. Так, так еду, да, к Андрею. Если меня сейчас не застрелят, меня застрелили, да. На тачку развели. А ты пешком, что ли, там был? Не-не-не, я сел в машину, посмотрел на карту, типа, где тебя искать, и меня убили. Значит, ты в небезопасном месте остановился, фак. Ну, сейчас мы, короче, все, пушки найдем, тачку найдем, и дальше нас никто не будет убивать. Да, или? Дальше мы сами всех будем жарить, правильно, Макс? Да-да-да, вот только я, блин, я бегаю с песни, там не могу найти машину. Я тоже, ну ничего страшного. О, нашел. О, это спортивка, походу, ребят. Ай, Максыч. Все, 300 км в час. Нет, я вот тоже нашел спортивную. О, хочу какая-то Макс. Пушка с прицелом. Ты смотри, так, Air... Крафт, о, Макс, right? Мы с тобой в одном городе, слышишь? Давай. Я нашел тут тачку. Тут привязочные пакеты у меня. А меня найдете, ребят? Давай, найдем. Обещаешь, Макс? Угу. Так, давай, факер, подбегай ко мне. Так, да, это да, глубокая да, ночь, да, уже? Ты через эти, через скалы, да? Так, надо бы... Ну, стой на месте, просто я через скалы сейчас пойду. Тачка не спортивная, она тоже пойдет. Я не согласен с вами не спортивно ехать, я хочу спортивное. Ну сейчас найдем, просто тут татухи были на тачке. Я думал, это спортивное. О, круто. Слушайте, а в домах тут теоретически что-то может быть? Я заходил, что-то в дом, где-то 5 домов прочекал, ничего вообще не было. Да, там какие-то... Я зашел тоже в дом, какая-то разбитая печь, такое ощущение 18 века дом, какая-то хата. Говно. Так. О, а вдалеке-то смотри, как красиво, Макс. Чё там? Чё, остановимся, посмотрим на закат? Не-не-не, вдалеке там... Ну я нашел тачку, ребят, в прямом смысле слова прям тачку кипит, нашел. Жизнь прям кипит, такое ощущение, а клубы-то... Ой, это чё за тачка стоит? Охуенно. Нормальная тачка так-то. Сейчас я колесо только пробью. Хоть правильно, нет, едем-то. Так, где Андрей? Блин, ни одного автомобиля нету здесь вообще даже. Опа! Квадрик. Старина квадрик. А это не байт, интересно? Сейчас поставил метку, где нам повернуть. Ну, нам надо получше найти автомобиль. Это так, вообще какой-то шлак. Снаряжение. Магазины, оружие. Даже нет в нем. Ну, ладно. Так, где мы с вами встретимся, значит? Мы в твою сторону едем. Выбери какой-нибудь город там, ближе к нам. Блять, он подбитый еще. Какой-нибудь город поближе к вам. Знаете, куда сейчас поедем? Так, давайте. Так, а вы вот здесь, да? Встречаемся в Аликампасе, как вам? Пойдет. Все, в Аликампас съезжаем. Может, и тачку по дороге найду. Так, он сломанный. Блин, 70 км в час это не то, что ты хочешь видеть. Да, у меня тоже сотка. После бэхи это вообще такой кал. Если, Вань, что-нибудь найдешь, скажешь, остановимся, заберем. Так, а это я, по-моему, не туда свернул немного, да? Тем уж что мудака пойти расстрелять. Ой. Так, ладно, поехали, в общем, по полям. Шифтим и погнали, парни.
Нормально, нормально. Уроки экстремального вождения. Все нормально. Блять, лучше на дорогу, наверное, съехать все-таки. Ну, только здесь еще пробить, блять, пробью же, не проеду. Ладно, давай, давай. Далеко, может, проехать, приятно-то как. Так, ну все, 40 км в час. Вот это я больше люблю. Так, ладно, там огоньки какие-то. Туда лучше поеду. Так, это что за хрень? Какие-то домики. О, взлетаем, Макс. О, хорошо. Так, а здесь ход вообще есть? Ребят, насчет Аликампуса я, походу, приврал. Чуть поближе к тебе? Поближе, поближе. Можете на меня прям ехать. О, Файк, я сейчас тачку сменю. Вот это точно спортивный. Ну-ка, давай проверим, чего у меня есть. Блин, а я могу, собственно, ручный квадрик починить? Было бы неплохо. О, прикольно. Я вот эту возьму. Хотя, ладно, я, в общем, поехал в этот Аликампус, ссаный, не буду выёживаться. Только если тачку найду какую-то быструю, тогда повыёживаюсь немного. Или на вертолете, высший пилотаж покажу. Все, садимся. Вот, это другой базар. Спортивный хэтчбэк? Да. Но он по внедорожью так себе. Хотя, ну, разница ощутима, по-моему. Я на всех 62 мучусь к вам, ребят. Мы 160 били. Вот тут какой-то хер на квадре. А, это знак. Блять, случайно мышкой повел. А, Аликампус. Пропустили поворот. У меня все красным иногда мигает. Это мне плохо, типа? Не знаю. У меня ничего не мигает. Так, это что там, какой-то город впереди? Заедем, посмотрим. Наличие автомобилей. Нормальная тачка, Макс. В воздухе-то, да. Неплохо. Припарковали здесь. Наехали. Так, я в данный момент в каком-то городе. Ты в Поляка. Да. Автомобили хорошие в Поляка делают, Макс? Как думаешь? Ну, тут я не в курсе, новенький в этом городе. Понял. О, двери, это я люблю. Открыть. Ёб твою мать, что это за хуйня? А чё, ты, тебя убил кто-то, что ли? Меня ворота убили, Макс. Ой-ой-ой. Так, ладно, но мы, ребят, сейчас найдем. Ну, блин, я на стриме посмотрите, уже... там нормально было, нормально. Ты уже возродился, да? Да, я все уже. Какой город у тебя, говори? В идеале, если бы мы поехали по асфальтированной дороге. Блять, что за игра тут пишет? Ребят, это Wasteland. Так, пока 3-минутная рекламная пауза, уважаемые. Да, скажи город, мы пока поедем, мы быстро очень, хэтчбэк. Так сейчас на карте будет, когда я возражусь, я пока еще сам не знаю. Но у нас дилей еще будет. Хорошо. Так, город. Так, you spawned with 3 chem lights. Понял. Так, ага. Значит. Город Ифестиона, да? Ифестиона, да. Ебать, он далеко от всего. Какая-то тележка тут есть и все. Давай беги в Атиру. Город, вот. Как ты беги? Своим ходом ты имеешь в виду, Макс? Ну, или в смысле, найди где-нибудь тачку. Ну, найти тачку, это уже другой разговор, Макс. Все. Мы пока поедем. В Атиру, да? Не, на самом деле я, наверное, пойду уже. Надо там. О, ну, вдвоем проще будем, вдвоем проще. О, по нам бахают с Максом. О. Нихуя себе, кто-то там бахает, блядь. Да, ЛС какой-то. Нашел два автомобиля. Есть кто здесь, нет?
А, и машин нет. Или есть машина? Снаряжение. Покажи мне свое. Так, тут ни хрена нету, похоже. Так, а здесь что у нас? Угу, понял. Все. Ой, еще тачка. Ребята. Сколько автомобилей? Ну, у нас топовая тачка. Как ни крути. Понял. О, какое-то что-то интересное. Слушай, что за вообще пушка у меня? Все по-серьезному. Так, на место водителя, пожалуйста, меня посадите. Так, Макс, еще как мы встретимся? Так, ну вот едешь в Атиру, потом в Гравию, и там мы в Гравию уже подъедем, наверное. Понял, добро. Ну все, я тогда фидить не буду. Угу. Надеюсь. Ебать нас... Макс, блядь! Ну вообще тащит пиздец. Тачка просто. Сколько гонит? Лучше по прямой. Час 230, 250, 270, 300. Почувствуй скорость называется. Вот от первого лица смотрю. Ебать, как будто в настоящей тачке. Только мы поворот проебали. Перестает быть смешным, блять. Хотя для зрителей это никогда не смешно, как я въебываюсь куда-нибудь на тачке. Ты что, умер? Не, я въебался просто. Двигатель сломался. Так. Так, ладно, я уже точно пойду. Давай. Потом поиграем. Да че? Да что ты не хочешь развернуться? Все, давайте, ббшечка. Давай, фак, пока. Моему персонажу, судя по всему, больно. Тут есть перевязки в этой тачке. Да у меня, по идее, тоже есть. В моей бывшей тачке. Да. Ой, я где-то тебя вижу недалеко. Ёб твою мать. Тачку сломал на последнем метре. Ой. Такая крутая была, я в забор уебался. В чем, получается, в этом городе встречаемся? Да, мы в этом городе, я тачку сломал, сейчас на квадрике приеду. Давай. Хорошо, что себя хоть Макс не сломал. Угу. Блин, нам бы и фрит опять, которому похер на все. Не, на самом деле на этой спортивке тоже прикольно. 30 км в час по прямой. Угу. А Ифрит там случайно по 200 не топил, нет? Не, там 150 нет. Угу. Короче, как же сложно в этой игре водить на высокой скорости. Ну, как в реальности. Максимально приближенно. Я вижу тебя, ты где-то в этом, в поле, да? Угу. Так, тут на вышка стоит, может подняться, может на какую ёбок будет. Проезжая мимо вышки, никого там не вижу на третьем этаже. Не сбей только, пожалуйста, меня. Угу. Все, я рядом. На вышке вроде никого. Можно полутать вышку, на самом да деле. Да там нет ничего. Ты уже проверял? Так это ж вышки, здесь ничего нету. Угу.
Че, куда едем? На место пассажира. Макс, давай. Так. Магазин оружия, как тебе? Магазин оружия? Так, а есть другие какие-то магазины? Свободен. Вот это вот. Там красная какая-то синяя зона. Так, ну нам в идеале тачку найти нормальную какую-нибудь. А вон там тачка по дороге стоит, это разбитая твоя? Внедорожник. Так, ну давай, я поеду, короче, просто по дороге, открываю мапу, и там будут зелеными видны тачки. Нам надо что-то другое, не это говно. Зелеными видны тачки, на которых ты приезжал куда-то. А, понял. Тачки зеленых типа. Короче, давай к синим, может, рванем. Так, а где синие? Ну вон, магазин оружия, где свободен. Вот это вот. Там бейс рейд вот недалеко от нас. Давай на базу красных. Давай на базу красных. Так, это значит из этого города. Ну, давай рулим мной, короче, штурман. Карту неудобно открывать. Так, значит, сейчас налево, направо точнее. Ага. Так. Сейчас направо поворот. Это слишком... Нет, это не тот был. Ладно, езжай прямо, короче. Прямо, едем. Прямо, прямо, потом второй поворот налево будет. Макс, еще нам тачка нужна, это вообще не серьезно. Да, это вообще 80 км в час после 300, это черепаха какая-то. Черепаха, Макс, это я ехал, 4 км в час. Найдем по дороге что-нибудь. Надеюсь. Тут тачки в прямом смысле слова на дороге не валяются, они тут где-то в гаражах стоят. Так, это первый поворот налево, да? Угу. Следующий. Там город по дороге будет, в него заедем. Да, давай посмотрим там тачку и потом поедем. Сейчас спортивненький хэтчбэк. Или вертолет. Да, вертолет тоже нормальная тема. Так, да, здесь налево сейчас. Ага, топи. Ну и сейчас прямо тут город будет. Небольшой, правда. А там место спавна есть в этом городе? Понять не имею. Ну, синеньким кругом обозначен. Да. Значит, есть, значит, тачки есть. Осматриваемся. Опа! О, вот и тачка. Тачло. Ну, походу, без колеса, без переднего. Да? Слушай, действительно. Есть? Нет, он, блин. Ну-ка, может, что в снаряжении? О, боевая форма. Ну-ка, надень. Надел. Вообще нормально. Ништяк. Так. Ништяк, Макс, очень ништяк. Ладно, давай на квадрик садимся. Погнали. Так-то... Ой. Вон там чел. Давай, давай, сейчас за машину. Я выхожу, выхожу. Наш, наш, наш. Все, готов. Он что-то с пестиком был нулевой. Да, он с пистолетом? Угу, там ничего нет. Давай, подгоняй, короче, квадрик, я к нему пройдусь. Что за синее свечение здесь? А, это херня. А, у него бабки были. Бабки, бабки. Забирай. Забираю, все. У вас денег 200 теперь. У меня тоже 200. Отцепляю, ну, что-то они копятся, а потом, видать, надо в банк или что, их куда складывать. Компас, часы, радио. Так, Макс, а ты куда делся? Тачка едет к нам. Так, где? Вон, перед нами прям на 160. Близко она. Ага, вижу. Готов, да, по ней, если что? Давай. У тебя пушка какая-то вообще зверь. Нормально, нормально, да. Че, поехали за ней? Сажай, сажай. Все, я сел, погнали. Не, у меня хорошая.
Он остановился аккуратно. Вон еще там тачка, это он? Остановился, да. Вышел, это он вышел, чел. Иду, вижу. Попал меня. Бил меня. Бери его, Андрюх. Да твою мать. Я только вышел, он сразу убил. Мы не увидели, что он вышел. Опять что ли группироваться? Или... Давай, давай, попробуем. Да тачка нужна нормальная, просто так-то мы доедем куда-нибудь. Ну, типа, чел, походу, был из пушки и совсем все у него было нормально. Ехал он, крыс. Надо в банду, может, людей наберем. Правда, на ходу еще стрелял. Да нормально, Макс. Мы с тобой вдвоем как тигры сейчас сыграем. Давай, давай, попробуем. Сейчас как львы. Так, случайный город. Я нахожусь в Атанос. Так, это в вижу таком тебя. Говне. Да, а, ну мы не так далеко друг от друга. Так, тут ну вот... я ищу что-нибудь. Слушай, я будет. Хочу в магазин оружия сбегать. Тут вот ствол есть. Не ствол, а тачка. Надеюсь, будет соответственно и ствол. Вы заспавнились с тремя что-то там, нажмите Г. Да, чтобы выкинуть. Я вот выкинул. Найс. Раз, подсвечивание, два. Три, отлично. Написано, что тачка передо мной моя. Ага, бэха, все. Ой-ой, МКБ с прицелом. У меня бэха есть. Это топ. Слушай, у меня такая сейчас волына. У меня тоже волына. Я готов воевать. Все, давай срастемся сейчас. Давай. Давай навстречу друг друга просто ехать, uh-huh. И там кто это самое. Кто разъебется, тот разъебется. Так, только значит, как отсюда выехать? Ой, блин. Это мне по бездорожью, что ли? Ага. Uh-huh. Через Панохори едь. Через Панохори. Вообще попробую. То, что показывает на мини-карте, хоть более-менее, а то бы так вообще искали долго. Блин, ну пушка у меня хорошая, конечно, прицел не очень, так приятная. Так, я правильно поворачиваю? Ага. Я уж надеюсь, когда-нибудь день начнется в этой игре. А что, тебе ничего не видно? Да не, видно, но днем как-то приятнее, по-моему. Не, вроде и так нормально. С гаммой. Все, я топлю до тебя. Так, давай. Ну тут тоже по горам поехал. Так. Да, да все не так плохо на самом деле. Ну, наверное, все замечательно. Фух. Пронесло. Так, ну я сейчас буду в Панохоре, значит. Ладно, где встречим? Ну я по дороге еду. Блять, я пока в карте был, врезался. Колесо сломался. Ну вот, значит, в Панохоре теперь я и еду. Что за жизнь? Просто кошмар. Все, без тачки теперь пешком? Да нет, сейчас я это найду где-нибудь тачку. Я думаю, город-то большой. Так, лучше, наверное, выйти отсюда. Так, сколько у меня? Три обоймы. Ну, пойдет. Сук, я врезался. Боже мой, наставят домов тут, в городе.
Согласен. Тачка, так, а это вещи. Что такое? Это сломанное. Ко мне кто-то подъехал. Сломанная вроде бы. Да. Надеюсь, ты жив, Макс? Я жив, но тут кто-то ездит. Я из Панахори, там нихуя нет, пишет парень. Я недалеко, кстати. Вижу точку. Я в заходе каком-то, у меня квадрик есть. Конечно, не спортивный хэтчбэк, но тоже ничего. Отключи вертикальную синхронизацию, FPS будет. Сейчас попробуем. Зубр с прицелом. Короче, тут еще пушка есть нормальная, в принципе. В внедорожнике там. Так, хорошо. Но я вот через гору надо проехать, вероятно. Не в ту сторону поехал, по-моему. Да, мне тут ну, да. Типа по городу. Подстрелил чел, просто, блять, встал. Не, может там. А, все, возродился, да? Не, я не возродился. Не возродился? Я могу доехать, восстановить тебя. Да попробуй, там мудак, я заебался уже резаться. Че? А ты близко? Да, близко, недалеко. Так, понял, ладно, все, сейчас дойду. Ну, еду еще. А сколько тебе километров? 600 метров. Понял. Это тип, скорее всего, он наблюдает. Ну, это я понял, что он наблюдает. Ну.
Блин, им будет тяжело здесь его убить. Короче, кто сейчас на стриме, не знаю, хочет нам помочь, я могу заинвайтить вас. Поставьте плюс, что ли, в чат арма. Потому что одному тут, но я треда не разминирую. Я вижу типов, которые тут бегают недалеко. Я понимаю, конечно, вам в кайф бахнуть нас на... Мы просто стрим завершим по армии, все. По такому поводу. Ну, Макс, надеемся на лучшее. Ну, блин, ну... Я видел типов. Одни, короче, пока я ехал, одни подъехали на тачке в 100 метрах от нас сейчас стоят. Один пробегал с гор. Но он там пока бегает, я тебя уже воскрешаю. Вижу около тачки типа с оружием. Андрюх, я тебя воскресил. Так, понял. Я к дому пошел. А где тачка? Вон там. Аккуратно. Там стреляют. Убили. Ну конченый. Мамбас. Он тот же, который тебя убил. Да я не вижу, где он. Где-то меня со спины убили. Но это типа надо... На сервере около сотни человек. Ну не сотни, может, полтинник. Я предлагаю все-таки заинвайтить там. Просто бойцов все в армии, чтобы они... Либо как мясо, либо прикрывали нас. А то у нас какой-нибудь куда один это... дурачок бахает и все. Так куда этот товарищ стрелял? Нам сейчас будет палить, чтобы я тебя не резал, ну ладно. Сел я за тачку, ты... А ты в него себе стрелял, типа, да? Я стрелял в другого, а тот сидит где-то в доме, прям рядом с танкером. А, где-то рядом был. Ну да, он умер. Ой, короче, пизду, что-то... Не, ну с рандомами вообще не фан играть, я просто ливаю отсюда. Так-то приятный мод, на самом деле, можно поиграть, но это пиздец. Ну да. Постоянно вот это вот сдох, появился, сдох.